Орхиль сопрот, мордаун сопрот. Мордаун. Я с пула выпью. Я понял. Слушай, у Эх, тебя тоже ну... сопрот можно стрельнуть на всякий? Нахуй не смонти тут стоим. Чё ты меня сумонишь, Катрися, алё? Давайте, блядь, резче нахуй начинать уже. Чё-то стоим просто так, да? Давай уже. Разбафайте все. Да все уже разбафано, блядь. Принимай, ты один не принимаешь готовность. Все готовы, блядь. Можно отчет давать. Рыбу так и не поставили. Сразу не вливайтесь, была дайте рыба, развести. Блядь. Две штуки рыбы были. Вижу, я уже кушаю. Вихрь подлетает. Вихрьки доджит. А, мне хан пиявкой ману съел охуенно. Можно Инер за Ломаныча, пожалуйста? Нет. Ладно. На транквиле пиявка 8 секунд. После этого Инер в него. Так, 3 секунды. Иннер Катрисия в транквилу быстро. Я мертв. Я вижу. Куда ты их заводишь? Оттолкнул. А, он толкается, все понял. Че, мы Вадикона будем поднимать или нет? Катрисия. Ну, сейчас добьем ханта, Катрисия, Бэриш. Когда добьем ханта, Бэриш, Вадикона. Блять, меня уронили нахуй. Пиздец. Ириненко, поднимите. Диван. Не, все. Падайте. Много выйдет, падайте заново. Выйдем. Как Вадикон сдох, и чё, ну и чё, ну... Тотем. Охуенно, мне с пула просто всю ману нахуй съела, я ничего не сделал, блядь. Просто, я не блядь. Знаю, что ты удивляешься, это такой босс. Смотри, еще раз говорю, на РДДшников мы инера сдавать не будем. Инера сдаются только в хилов. Да так. Я понял. Банки на ману у каждого РДД должны быть с собой. У меня есть 7 штук. Ну вот, смотришь, у тебя появляется дебаф, пиявка. Когда она пройдет, только тогда сдаешь банку. Понял? Гром и молния. Да, юзаю, типа, ну. Ресните. О, ебать его. Давай, Костю. Тебе не резнуть. А что это за хуйня было? Костю не резнуть, он далеко лежит. Шкаф. Выйдет боссы просто. Все, заявили. Как ветерок. Да. Ставьте шкаф за сумонти. Покиньте тела, блядь. Нахуй. Кто там под боссом? А то я, блядь, все прожал нахуй, блядь. Думал, сейчас ебать. Просто ну охуенно. Угу. Нормально, блядь. Ну тебе получается второй ход будешь пить не на ман тогда, а не на этот. Пойдем, получается так. Я с первым, я первый пот выпил, блядь, до боя. И у меня ноль маны, блядь. Ну вот идешь. А так классно, под всеми прожимками, нахуй, 7. Это, слышь, Костя, Кость. Короче, смотрите, на престов, на транквилу и на этого мордаунта
Если вдруг по нам пявка первым прилетит, иннер этот не сдавайте. Мы лучше это чудовище отдадим, чтобы оно в КД ушло быстрее, и все. Давай так. Потому что там КД 5 минут, но подольше ему этого иннера. Вы сами-то видите, когда кидается на кого-то эта хуйня? Прописали себе? Транквилла, Призен, Бидон, вы видите? Как этот называется? Бросок пиявки. Бросок пиявки. Сейчас воду добавьте. Добавляйте да-да. Быстрее. Вас там, блядь... Хамазек, похавай. В процессе. Десять минут у него берется, да? Да. Да. После ханта на бабе главное не обосраться. Выжить и все. СС, давай, кто у нас там самый важный? Мне кажется, Вадикон, давай притон по Вадикону, Ляночка, давай по К3С и тогда нахуй. Три вставалки есть, остальные, блядь. Вот. Ебать, я важный нахуй. Может, по хулидринку? Ладно. Нахуй, по хулидринку не надо ничего, нахуй. Это танк, он не должен падать априори, блядь. Его нельзя проебывать. Ревностный прокнет, сразу скажешь. Хильте просто посерьезнее, как-то танк. Лех просто спамит этот флешку в хулидринка по КД. И все. Я так и делал. Да хуй знаю, что там у него. В итоге что-то пошло не так. Не, я просто когда ветерок подлетел, я отбегал и в тот момент... Ладно, тогда я у него потусы часов. Где Юля? Кульдинг, помнишь, ману? Двига сифилис, хукмастер. Да, блять. Тупые вы, блять, тупые, нахуй. Какой даун это сделал, блять? Сука, в жопу руки засуньте, нахуй. Таймер забыл включить, нахуй. Лингвин. Ветерок подлетает. Пиявка на лингвин. Припоты на бабу оставьте. Хуёво вот эта горка мешает обзору, я не могу рейд хилить нахуй. Если тебе бы... пока хиль только гамаз... Где там флоу? На вархиле пиявка, давайте иннер в него, быстро. Катрисия. На Вадиконе пиявка, Вадикон пройдет дебаф банку на ману. Давай, пей. Сефея пиявка сейчас высохнет. По Сефея, одна секунда. Все, можешь пить. Ветер. Пиявка. Так, перебегаем, надо... Мазы сдал, бегите, блядь, быстро. Часто бежим, нахуй. Бежим. Они вот когда добегают, нужно... Где руда? Юля, давай не зыбку. Эмма дал. Трипоты пейте. Бидон ТТФ, Транквилла на ману. Ты стал бы... Возьмите. Так, и меня, и Юля достал. На ХП дал. Она в ХП уже, к сожалению, не достает никак. Я там уже искал место.
Вадикон, быстро БР, блядь, в Архиля. Кость, прошмись, помираешь. Блядь, меня уронили. Ну, он типа далеко лежит, я выбежал, по вихрю полетал тут. Рома, я тебе сказал, стой по центру, ну нахуя ты... Короче, смотри, в чем ошибка, нахуй. Вот ты стоишь, тебя не достает никто, нахуй. Вообще никто. Тебе надо подвести босса вот сюда, нахуй, в центр спустить. Ваши тотемы разъебывать будут, ты понимаешь это? Че еще раз? Вас тотемы начнут разъебывать. Ну, типа, а так сдох он и сдох ты, нахуй. А как он сдох, нахуй? Вархиль ушел далеко. Куда он ушел? Но он за колонной лежит, за колонной. Вообще, это пиздец, как далеко. Подсумуйте. Короче, ясно, нахуй. Вархель пошел с рейдом, что ли? Я не могу понять, нахуй. Да с каким рейдом? Он лежит за колонной, блядь, у выхода почти. Вот я его сейчас срезаю. Типа, мне сказали его бэрить, я пошел его искать. Я в ахуе, блядь. Кайтил. Кайтил столб. Интересно посмотреть. С руки хотел ману побить, нареснуть. Рома, шамана с руки нельзя бить. Друид инвалид на замене. Давай, наверное, друида инвалида сюда. Вместо кого? Вот это, что там вот по дамагу? Вместо кого? Кого убирать-то, блядь? Хуй его знает. Призана убирать. Да, призан пусть будет. Дайте. Не, призан ебашит. Шкаф. Оказалось, самый у меня лично в этом детле Вадикон самый низкий по ДПС. Вадикона нельзя убирать, блядь. Это БР. Я не сова. Пиздец. Ну, Лианочка, Бретон. Локи. Локов тоже нельзя, блядь. Типа да, тут типа, ну, ДПС... Ну, Ляночку, давай, блядь. Давай если... Ляночку пока. Ляночку свечу. Вара, может только. Быть. Или подожди, там давай одного вара. Свято с 22 дает. Слушай, ну, я могу чернуть. А ну, или Ляночку, мы... или Свято сам, нахуй. А если мы бить бабу отправим не всех? Да на, ну и что, остальные где будут? И что будут делать? Шамана будет бить. Может, да это глупо, нет, тупая, надо бабу хуйня, быстро это... убивать, потому что она пускает ветра. Она, да, это хуйня полная. Типа бабу ветра мешает, это все... очень геморройная тема. Давай, Ляночку. Вот сейчас первые два трая везло с ветерками в мили вообще. Типа они не подлетали. Они, да, по РНЖ полетали. Призан но... в ДД. А в прошлый раз, когда мы трали, они там пиздец по КД, блядь, в мили зоне были. Это я весь трай ветры пускаю просто. Отгоняю те ветры. Че, шептуна пускаешь? Я бы вообще в 7 пошел бы, нахуй, с призаном. В 7 хилов, нахуй. Да можно бы. По ДПС мы тут пиздец очень проходим, я так думаю. Потому ну, что они да, сейчас да, были давай сухие. В 7. Давай в 7 попробуем. Притон в демона. Мордаун читует, блять. Призан, оставайся в хиле, да. Потому что 2 тотема нам как раз будет. Вот, ну тотемы еще имеют рейндж. Смотри, давай этот договоримся, как так. Ты хуй знает. Вы ну, можете. Смотри, 2 хила остаются здесь хилить. Когда убьем шамана. Остается Вархиль. И остается. Давай, наверное, Призан. Ну, Призан, мы на Юлю так и назначали. Смотри, знаешь, что сделаем? Вот этот. Когда. Этот, ты можешь повернуть, чтобы милики стояли, вот сейчас я поставлю, вот тут, чтобы они стояли, чтобы я их мог подхиливать, нахуй. Вот. Ты понимаешь, босс откидывает. Ладно. Ну, тогда, когда побежим сюда, Юля, когда они убьют ханта, ты поставь босса сама спиной в квадрат встань, короче, чтобы я тебя мог доставать. Потому что ты так подохнешь, блядь. Я тебя с кружка могу доставать. Вот. Чтобы была подстраховка какая-то.
А там они уже прибегут, гомосека уже будут держать, и я буду вам тогда помогать. То есть вы смотрите, я в кружке стою изначально, чтобы я мог доставать до вас. У меня, блядь, не показывают, кого я вижу, кого нет из этой горы, нахуй. Я по вам кастую, и каст не проходит, блядь. Ну, в смысле, не начинается. Рыбу дайте, пожалуйста. Вот рыба. Спасибо. Поставьте ГБ кто-то. Дроид инвалид, обмен хулидринку. Еще раз. Все, проверка. Уже пились, опарились. Там не босс откидывает, а его пет. Причем один из двух петов. Он либо того вызывает. Расставь все на боссов меточки для удобства. Вон они стоят. Стоят же. Ага. На шамане Перч... только не стоит метка. Перчина готова. Ломаныч, Мордаун. Вика Сифилис, Юля. Че, давайте, пока хуйный трек играет. 5, 4, 3, 2, 1. Раз, бою! У нас босс! Пиявка на призоне. Ветер летит, смотрите. Готовьтесь заранее. 3 секунды. Вадикон. Давай Инар по призу. Танатос, на тебе пиявка. Как пройдет дебаф, пьешь на ману банк. Он тебя не слышит, он в другой комнате. Кто консилятор убил? На бидоне пиявка. Катрисия, Инар в бидона. Консиляторов, мэр. Да видим, видим, подожди. Ветер летит, смотрите. На бидоне пьем. Друид инвалид, когда я скажу. Так, 3 секунды. Давай, Инар в бидон. Блядь, друид инвалид, смотри. Надо. БР его. Брусель пьевка. Вадикон БР. Бидон с БЛЯ. Не залетишь, это Орхелис, хуй полностью. Геру жать? Юля, не зыбку. Да. Даю ма. Могу гимноману дать. Тотем, ставь бидон гимноману. Ну все. Офер. Катрисия, БР, быстро в Орхеля. Катрисия, ресай его. Блять, мне до туда добирать сначала надо. Все, 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 нормально. Все, иди, я хорошо. Ты каст, ебать. Я хочу гимн дам. Деф надо какой-то. Гимн дам. Гимн на ХП, давай, Шалфир.
Да ебать, что он так шопает, сука. Пиздец. Я сказал, он просто шопает. Короче, это залупа полная, нахуй. Не тактика, а хуета, нахуй. Падайте. А Бурю Анака стоит, да, или кто? Ну, щептуны вот эти, да. Ты как падаешь, Полидринг? Не прохиливает как. Да хуета, потому что, нахуй. Не так должно быть все нахуй. Это параша полная, блядь. Давай я подведу сюда, ну, по вам... Сейчас, блядь, сейчас я, блядь, сделаю, нахуй. Я тебе сейчас поставлю метку. Ты заберешь босса, блядь. Придешь с боссом, будешь танчить и шамана, и босса, блядь. На тебе будет две частицы, блядь. А какая тактика вообще? По очереди, как кого убивать сначала? Да бей хуй, блядь. Бегай с рейдом. Да это ебать странно как-то получается. Вы стоите, сука, в разных краях. Варахель сдох, кто вас хилить будет, нахуй? Надо сделать так, чтобы вас много хилов страховали. Чтобы я хотя бы страховал. Ты там стоишь в этом треугольнике, нахуй? Я тебя не вижу оттуда, блядь. Тут рейд обрыгивается, пиздец. Никто не захиливает. Они падают. Так надо, все. Короче, вот у нас есть фаза 2 минуты, короче, на эту тварь. И надо расписать какие-то дефы, блядь, по вот этим... Да похуй на дефы, сдох, хил, блядь, издыхает холи дринг, нахуй. Тут дефы уже до пизды, блядь. Вот сюда. Если когда мы бежим на бабу, ставить холидринг в крест, к примеру. Сюда будешь в ромбик ставить. И холидринка, блядь, и эту хуету, нахуй, как она называется. И шамана сюда ставь, нахуй. И босса сюда ставь, нахуй. И оставляй их на одном танке. И я не знаю, давай это ты будешь холидринг, нахуй. С шаманом идешь сюда, забираешь у Юли босса. И Юля идет на босса, нахуй. Косты сбивать, ну просто бить автоатакой, нахуй. И делаем так, нахуй. Варахель передвигается вот сюда, вот чуть подальше к этой, к звезде. Частицу на холидринке держит и продолжает хилить, блядь. И я тебя хилю. И еще, может, даже ближе подойдешь, блядь, чтобы я тебя хилил этот самый, нахуй. Сейчас я тебе, блядь. Ну или, кстати, гомосек, потом вот сюда выйдешь, нахуй. Вот сюда в луну выйдешь спиной, нахуй. Когда они побегут, блядь. Чтобы я мог, нахуй, хилить холидринка, нахуй, и тебя, блядь, одновременно, нахуй. И Вархель тоже самое. И все, максимальный захил по рейду, блядь. Когда побегут на шамана, меч? Ну, на бабу? На бабу, когда побегут. Угу. Потому что он там стоит. Он стоит можно в этой и... залупе, нахуй. Сука. С этим срезом можно и, наверное, шамана терму убить. Ходом, да? Похуй. Ну, типа, да, а потом бабу добить. Вообще, я бы так и сделал, нахуй. Потому ну, что... Давай. Срез, давайте так и сделаем. Ну, типа, просто, когда, наверное, Геру мы даем с этого, с пула, да? Да, Геру с пула будем давать. Ха, это, тогда смотри. Да, мне это больше всего нравилось. Я почему тогда и хотел, блядь. Тогда в звезде стоишь до упора, нахуй. А все хилы, все, кто наверху... Ваша задача, блядь, не проебать холидринка, рейд не проебать, потому что я в меньшей степени вам помогаю. Чтобы я вам помогал, короче, смотрите, вставайте в такие места, вот как крест стоит, нахуй, чтобы я мог, блядь, спиной вас хильнуть кого-то, нахуй. Потому что вы стали там, блядь, в стороне треугольника, и вас я не достаю просто, я, блядь, ну... Короче... Ну, смотрите, если мы сейчас будем бить шамана с хантом сначала, то на бабу надо реально дефы расписать. Да, распишем на бабу. Потому дефи, что блядь. 2 минуты мы точно будем бить эту бабу, там, привет. С Герой, без Геры. Типа, ну, привет, надо на эти 2 минуты как-то задефаться, потому что там влетает просто пиздец. Да, там главное, чтобы все хилы туда побежали, потому что, блядь, в Арахиэле призон тут были, а там 3 калеки, нахуй. Я там не захилю ничего, блядь. Поставил только... рыбу, хавайте. А вот, учитывая, что мы убьем шамана... Босс начнет срать тотемы. Похуй танк. Мне вообще на тотемы и на танк. Босса, блять. Надо захиливать тот, это все. Тот танк, который будет стоять с боссом, будет еще урон сверху. Вот и что, блять? Это... Ну, типа, с шаманом танк не уронили, точно так же стоял. Так никто говорю. Не уронит, блять. Он сюда в ромбик спустится, нахуй. Его никто не уронит. Будет бить одновременно и баба, блять, и босс, вот в ромбик блядь. Это хорошо. Вот в ромбик вообще хорошо. Да. Смотри, давай так тогда. Я... Держу двоих, убиваем двоих, потом весь рейд идет на бабу, я с Юли карася забираю, я танчу в ромбике карася, Юля идет помогать кикать косты. Лучше тогда карася танчи,
в кресте спиной, нахуй, стой. Чтобы я себя захиливая, тебя, на тебя частицу перебросил, а они уже все пошли. Все хилые в Арахиэле, призанные все, а нахуй, хорошо. Пошли туда. Потому что я буду себя хилить, и в тебе частица будет, нахуй. Вот хорошо. Так нормально будет. И меня еще со стороны Луны, вот там где-то рейд будет стоять со стороны Луны, под, в меня подхватывайте, там, щитуйте и так далее. Потому что у меня будет тотемно прилетать 20 тысяч. Давайте. Где Розбола? Хукмастера и Юля похавайте. С пола, да? Так, Слав, Луну вывожу, да? Как они? Что, возьмите еще огненную ауру. Пока не выводишь, пока не выводишь ничего. И потом не выводишь ничего. Стой везде, блин, дышится. Так, кому мы первым бьем? Первого вы бьете ханта. Ханта также. Вот он, хранитель глубин Шаркис, нахуй. Вот этот череп, бля, это вы первый бьете, блядь. Где он, нахуй? Охранитель глубин волнис, нахуй, это вы второй бьете. А босс это квадрат, он уходит в квадрат. Все, проверка. Так же Holy Drink, да? Да, да. Угу. Заломана, Читанатас. Что там? Тут я. Зачем нам аура от тьмы? Бидон, а ты лучше поставь на ту резист. От тьмы у нас нету. Вот стоит аура защиты. Все, он готов, нахуй. Давай отчет. Ветерок, отойдите. В мели ветер. Заломаноч, на тебе пиявка, 5 секунд и выпьешь банку. Пейба. На мордаунте. Все, Майя, я буду жить. На войде, пияв. Три секунды, войд, банку выпей. Давай, пей банку. Выпил. На Лингре не пья. Мне похуй. Врахель дисконт, блять. Полный пиздец. Сука. На мордаунте пья. Может, ссать нечего. По шаману играй. Так. Призен, тотем, шелфир на ману. Ветерок летит, смотрите. Отводи, наверное, от ветерков немножко. Кого? Босса я тебя не повожу, он замедление кидает. Сколько хп там, блять, шамана ебаного? 80. Хуярьте его, ебать, заебал он, нахуй. Прохил, Частицы нету, нахуй. Мордаун сухой. Не надо, я по-нормально все живу. Войду инер закинул. Сука. Катрисия, инер по бидону.
ветерок отойдите. Не словите, блядь. Гимн отдал нам оно, если что. Сколько там хп у него, блядь? 40. 40. Нет, блядь. Он сел уже, все нормально. Он сел. Ветерок, ветерок, блядь. Все, значит, бегите туда. Бежим. Юля, массейв. Холидринг, босса забирай, частицу тебе дал. Быстро-быстро рейд поднимаем. Так, массейв продлил. Ветерок, отойдите. В босса сведи, чтобы я мог тебя... Don't save the temp tranquilo на ману. Захиливаем. Нормально достаешь, Слава? Да. Дал БР по призону. Там сакру, если надо говорить. Дайте сакры, всю хуйню, что есть. Войда, Войда, подхилите, не уроните. Им на хп даю. Да сука. Ревну. Все убило. Ну понятно, блять. Ну уже лучше. Да, получше, только надо это. Ну, в Архиле вылетел. В Архиле не было нахуй. Было бы полегче, нахуй. Вылетел? Ну, да такого не было вообще, нахуй. Его весь бой не было. Супер напряжено, нахуй, понимаешь? А, он разъебывает сильно жестко. Ну-ка, блядь, сейчас получу на исцеление гляну. Тотем, он способность, короче, своих подчиненных. Догнал пидорас. Забирает. Вот откуда тотем. О, пидорас. Да я ебу, я хотел заевыдить. Каратес? Давай, да. Заходи, блядь. Есть вставалка у кого? Встаньте, блядь. Мастер вроде проходит. А, мастер, ну так живой. Давай рисы всех. АФКС. Мастер, ты в Дисе вообще? Его ж замутали, нет? Писал. Ну, рисы. Ну, уже получше было. Сейчас получше трайбл. Без хила, блин, без хэпала, нахуй, это пиздец. Ну, мне все равно кажется, на бабу надо дефы раздавать. Там не дефы надо было, там надо было просто, чтобы Рахель был живой. Да, понятно, что еще один хил хорошо, но там, блядь, раз на раз не приходится вот такие... Вы все равно сейвы сдавали. Мы сейвы сдали, блядь, все, а дальше-то хилить надо. Ну, на пробегу побежали. Я имею в виду, что и дальше, типа, ну, как на роботе мы даем сейвы. Типа сколько там, 6 Оставил минут, рыбу. А здесь типа 2 минуты надо давать сейвы. Да, тут такой плотности нету. Она какую-то хуйню, этот взрыв кастует каждые 6 секунд. Нахуй. Ну да. Столько сейвов нету, блядь. Один хуй ты там, ну ты издашь подряд, блядь, и все, дальше хилить надо. Ну сколько, ну секунд по 10, по 6 висят типа сейвы, правильно? Сейвы, ну блядь, мастер аур, этот, блядь, кто он называется. Сакра 6 секунд, блядь, 6 секунд, минус 20%. Незыбка 2 минуты КД. Да нет столько сейвов, блядь. Чинитесь. Это только захиливать надо, блядь. Рейд на фул удерживать. Мастер аура тогда. ДСшник тут 2-5 решает. Дохуя решает, блядь.
А мы без него, нах. Ничего, блядь, так-то можно, нах. Блядь, чтобы Варахель только не вылетел. Ты понял, да? Ты, короче, в кресте стоял, да, сейчас? Только... Да. Босса постарайся оставить на этой хуйне, а сам жопой в крест, чтобы тебя чисто хилили. Да, я там танцевал вокруг, блядь, там ветерки еще. Урхель, блядь, не вылети, и когда они убьют двоих, встань возле меня, возле кружка где-то, чтобы ты... Блядь, а я вот не знаю, что тебе лучше как сделать. Кто там полученный урон, ну-ка. Масек, Юля. Вот он у Юли заберет, и будет получать больше всех урона. Но я 7-й по полученному урону. Наверное, есть смысл мне частицу кинуть тебе, я хуй знает. По мне, да не, хуй знает. Если ты по мне кинешь частицу, слышишь, Варахель, ты тут? Да-да, слышу. Ты кинешь на меня, чтобы я себя не хилил и хилил рейд. А ты хилил рейд, и твоя частица на мне меня хилила. Вот так кайф будет. Вот, и твой свет небес будет рейд хилить, блядь, от символа, блядь. И я буду рейд хилить, а у меня частица на хулидринке. И вообще будет бомба, нахуй. Вот если так будет, то, блядь, заебись будет. Гоу же бить, у меня ластрай, скорее всего. Или два. Давай три, нахуй. Три трая и убиваем. Принимайте, блядь. Мардаун. Поднял уже бейтон. Все готовы, нужно давать. 5, 4, 3, 2, 1. Че, Герос Пло, да? Да. Нет. А, да? Да. Заявил пиявку я баблом. Я видел. Ну вот и баб, потому что. Ветерок, смотрите. Да. Я то, что хочу. Бля, он заебал. На заломаноче пиявка. 3 секунды и пьешь банку. Я видел. Давай, пей. На-то си пиявка. Ветер летит, смотрите сейчас внимательно. На Вархиле пияв. Бабл нажми, Вархиль. Да уже поздно, нахуй, не жми уже. Уже не жми, да. Уже 2 секунды осталось, потом будешь резать. Все, спала пиявка, резай. Банку вы. Надо на первых пару секунд ржать, смысла нету. Слишком много маны проебаешь. Иннер дал им. Да я в тот момент только криди нажал. Катрися, Иннер, попри... Ветер летит, смотрите. Не попадите в ветер. Сука. Я здесь частицу обновил, проверь по времени. Да. Может, дуру с пиявками слили, да?
Ветер. Друид инвалид Inner Power Healer. Ветер, отходите. Блять, дрочу, а не вечер. Так и стой там, Гумасек, никуда не переходи. Ветер еще один идет, смотрите. Так, бидон ставь тотем, шалфир на ману. 5%. Ага. Мастера вылить. Пиздец какой-то. Давай, убьем нормально. Перебегаем. Юля, не зыбку. Пускай избивайте. На хулидринка перекидываю. В хель на меня. Ага. Все, и хилим. И рейд, и самое главное рейд, вот который бабу бьет, но задача его. Так, хулидринг частицы достает по тебе. Ветер. Давай, хилим. Ну, Вадикон. В Археле. И на Катрисе поварх. Сука. Это можно подать. Не, надо, смотри. Надо убивать бабу второй. Это хуйня. Или, наверное. Почему? Потому что, во-первых, забирает тотем на себя этот... Ну, босс. Ратрес, да. Он забирает способность ханта. Он берсу периодически берет. Он с руки и так бьет где-то 15-20, под берсой это где-то по тридцатке прилетает. Плюс тотем еще ебашит двадцатку. Меня очень сложно прохилить. Плюс тотем ебашит еще и по рейду. Нам надо, смотри, тогда надо сделать так, чтобы Юля осталась с этим. Надо, чтобы с ней ушел Бризен и чтобы... Хант, чтобы тотем на шамане был так далеко, чтобы он не доставал до нас. Вот, и мы с, ты вот так же босса в крестик поставишь, мы с Варахелем в кружок встанем, чтобы из звезды баба до нас, то есть этот спиной стоит, кто он там, спиной в звезде стоишь Гомосек, и баба до нас не достреливает своей хуйней. До нас с босса тоже ничего не будет лететь, потому что, ну... Потому что тотем еще у шамана. Вот. И тогда рейд пойдет бить. Нас не будет бить баба. Потому что сейчас вот когда Вархель подошел, его убивала баба постоянно. То есть ближе 50 метров к бабе не подходи. То есть стой в кружке. Вот. Ну и тогда, наверное, две частицы надо иметь смысл кинуть на этого, на Холидринка. И он будет держать босса сзади нас. Так, наверное, да? Ну, а шамана тогда где? Еще да дальше так, надо увести. Да так же самое, я шамана уведу дальше. Надо, чтобы его Юля забрала, а ты стоял рядом с нами. Юля его не удержит. Как это не удержит? Он с руки бьет. Плюс тотем на Винфьюри ставит, который может прокнуть. Мелихаст ему разгоняет. Плюс тотем бьет огненный всполох. Так как она его не удержит, а призан его, блядь, призан ее захилит. Один хил, блядь, любой захилит. Я тебе говорю, надо там танка щитом ставить. Подожди, Войт. Я хуй знает, нахуй. А
А как бабу бьют? Ну вот, ну подожди, вот сейчас вот ее танк держит, правильно? Холипау хилит танка через частицу, правильно? Да. А почему? Ну, типа, сколько там рейндж стрел? 40 же, наверное, вот так. 45. Же? Ну, 45. А сколько рейндж этого хуйни, как она называется? Частицы 50. Да. Частицы 50. Тогда почему просто варихиль не станет на 45 метров, блядь, чтобы вот тотем не бил? Вот и он стоит, а сколько хили через частицу? Типа, и почему его шотает? Его шотает тотем, правильно? Блять, нет, его сейчас шотала баба и тотем с босса. Когда умер до шаман, этого. Босс подожди. Ставил тотем и стрелял в него, и еще с бабой его доставала, потому что он стоял вот здесь. А ему сейчас надо... Хуй на, а ему надо встать в кружок вот сюда, блять. И тотема на боссе... И тотема на боссе не будет, раз. И не будет баба до него доставать, два. И будет рейд, который бабу бьет за хилины, три. Вот в чем смысл. А нет, призон должен хилить танка, который стоит с шаманом. А шаман должен стоять от кружка на 50 метров. А на 50 метров это вот здесь. Тогда призона будет хуярить тотем, правильно? И он также не прохилится. Вот. Так же, как и варихель. А призон, смотри, где будет стоять. Призон будет стоять вот здесь и будет доставать до квадрата, правильно? А в кружке стоят два хэпала, правильно? Они могут подхилить призона, правильно? Вот так и сделаем. Сколько рейндж у хила призона? 40. 40? Его 100% тотем будет бить. Его также будет что-то... Да тотем, блядь, прохиливается. Ты заебал, нахуй. Тогда почему варихеля хили, блядь, не могли прохилить? Почему он не мог прохилиться сам? Я тебе только что рассказал, потому что на боссе был тотем, сука. Он стоял между кружком и звездой, и в него стреляла баба и тотем, нахуй. Это шотало его, блядь. Ой, что, блядь, тебе еще непонятно, нахуй? Как его я просто тогда? Ты понял, Варахель, от чего ты вздыхаешь? Призон понял, как тебе хилить, блядь? Все остальные поняли, блядь, что делать? Короче, убиваем ханта, бегим на бабу. Куда Геру на бабу оставляем или как? У меня вопрос следующий, нахуй. Убиваем ханта. Этот, Юля стоит с боссом в квадрате. Нахуя? Нахуя ей там? Нахуя так далеко ей стоять? Ей можно... Тебе надо увести шамана, правильно, блядь? Мне шамана отвезти надо. Ну, блядь. А мне надо Юлю захиливать. Смотри, стой, сейчас я метки переставлю. Кто Юлю будет захиливать, блядь? Нам надо рейд захиливать. Мы вас, один хил вас ни с двоих не захилит. Юля, вот, например, в квадрате. Пиздец. Ну, кого она там держит? Босса. Подожди, Вой, давай что-нибудь. Типа, я проще придумал. Типа, смотри, мы убиваем так же, как по стандарту. Типа, вот, так пусть, же, как... пусть Юля спиной в квадрате стоит, ну тогда смотри, тогда Юлю будет бить твой тотем ебаный. Может быть, ей проще босса перевести в крест, нахуй. И ее не будет тотем бить, нахуй. Ее босс и так дохуя бьет. Тебя хилит призон, блядь. Ты стоишь, вот этот квадрат не ставь. Как ее в кресте не будет бить, блядь, тотем? Потому что ты шамана вот тут поставишь, блядь, в квадрат. Ты видишь, где квадрат стоит? Оттуда до креста тотем никак не добьет, блядь. И нас в кружке он не будет бить. Он будет бить только призона. Нихуя себе мне бегать с боссом, блядь. Ну, блядь, ну хочешь не бегай, давай вайпнемся еще раз, нахуй. Вы такие интересные. Ну, рейндж, если здесь дан, блядь. Если частица, мы захиливать должны рейд, блядь, который на бабе. Его никто не захилит там. Там дамаг такой пиздец. Смотри, а если я отвожу, например, в трусы шамана потом... Один хил стоит в кресте, другой... Я в ахуе. Кто тебя хилить будет? Ты мне просто скажи. Будет, например, вархиль, и ты на него частицу кидаешь. Это залупа, блядь. Мы с вархилем будем стоять в кружке, я еще раз объясняю, и хилить рейд, блядь. Который не захилится никак без нас, блядь. Ты стоишь в квадрате, шамана ставишь в квадрат. Тебя в луне стоит призон и хилит, блядь. Мы его с вархилем подхиливаем, блядь. Юля переводит босса в крест. Встает спиной в крест, кружку, нахуй. Мы хилим ее, блядь. Две частицы на Юлю, блядь. Мы хилим ее, блядь.
можно вообще одну частицу на Юлю, а Вархель на призана, и все нахуй, и нету проблем. Ну хотя, если на призана дать, то мы тогда, если он рейд будет хилить, то до призана не будет достать. Поэтому две частицы на Юлю, нахуй, которая спиной в кресте с боссом стоит, нахуй. Тебя хилит призан, мы подхиливаем призана 2 хпала, нахуй. Остальной весь рейд бьет бабу, блядь, в чем проблема, блядь? Убили бабу, пошли на шамана. Понятно или еще раз давай объяснять, нахуй? Нужно, чтобы, пробовать. Чтобы мы дамага меньше получали. У кого там саппорты кончаются, давайте обмен. У меня еще 10 минут висит саппорт. 10 минут хватит. Принимаем, короче. Долго стоим. Ну надо сделать так, чтобы не шотало хилов, нахуй. Ну дохлый хил это, блядь, пиздец. Ну так и сдавайте по очередности сейвы еще на бабе, ёпта. Мы сдавали все сейвы, блядь, они в КД ушли и сдохли, не, блядь. Не все сразу, блядь, а по очередности. Ну я после незыбки сдавал. Кукмастер. Я сдавал Саку. Слава, Сав, а что нам мешает после двух этих... Сука. Миников заблотить сюда Кратреса? Ты что, дурак, нахуй? Все, короче, у него сильный буст, все, это уже рассказывали. Первым хаваете, там половина не похавала. Первым убиваете этого, блядь. Кто он, нахуй? Ханта. Черепок. Ханк, баба и шаман. Шамана ведешь в квадрат, хулидринг. Юля, вот прям как убили, они побежали, и вы меняетесь местами. Юля в крест спиной встает с боссом. Вот. Частица, Варахель, ты тут? Две частицы мы ну, ты держишь изначально на хулидринке, а я перевешиваю. Вот. Рейд, который прибежит, там шаман, уже гомосека подхилить, я думаю. А мы уже рейд хилим, блядь. Призан, ты встаешь в луне и хилишь хулидринка, который держит шамана. И мы подхиливаем тебя, блядь, через раз. Раз в рейд, раз в этого, блядь. Или шоки там, когда. Не себя еще хилим. Можешь еще там каплю на призана знать. Юля. Секунду. 5, 4, 3, 2, 1. Пиявка на транк. Ветер летит, смотрите, заранее отбегайте. Шалфир пьевка. На шалфире. Шалфир пейбан. Морда. И ветер летит, смотрите, издалека. Двигайтесь заранее от ветра. Мордаун перебан. 15%. На заломана чепья. Так, на бабу бежим. Местами меняемся. Юля, сейв сразу давай. Самый сложный момент. Меняемся. Хулидринг спиной в кресте, где? А, ты, тебя этот хилит, я понял. На Юлю перевешиваю частицу. Все, поехали, хилим. Далма сейв. Геру. Все, хилим.
Просто спамим, как можем, Барахели, за все силы. Призана не проебать. Ветер. Призана не проеби. Ветер. Массовые давайте, у кого есть. Любые. Бидон, тотем, транквила на ману. Личные сейвы тоже скидывай. Долгим. Если бы они были. Все, даем, что есть. Сука, хуярим бабу, блядь. Призана не проеби. Хилим, блядь. Хил сбивай. За что есть гимн ХП? Да, гимны, все давайте, блядь, все, что можно надо. Вань, последующий обстрел дашь тогда? Я уже дал. Ты каплю еще на призана можешь дать? Я не достаю. Подойди к нему. Ветерок. Блять, призан. Далеко, сука. Живите. Халидринк упал. Забери, Юля, забери шамана. Иди забирай шамана. Он шаман уже. Пусть забирает. Да пусть забирает, мы его тут сейчас зальем. Тут и убиваем его. Тут забивай. А это к Халидринка, БРТ, быстрее идите. Кому скажи? Вадикон. Я побежал. Так кому угодно. Все, Юля, тогда с босс. Забирайте босса. Гамадек, забери. Все. Забери обратно, босс. Забрала. Все, бейте шамана. Босс, отведи пока. Там, блядь. Босс, отведи пока. На ней, шаман. Все, хилим. Незыбка откатилась, давай сразу. Блядь, забери, знаешь, отведи. Долбоёбы, сука. Шаманов разведите, вас же два. Блядь, танка. Вы что, тупые, нахуй? Ебиды, блядь. Нормально все. Поставь его, отойдите от босса, идите шамана бейте, хули вы прыгаете, как дебилы. Сука. На мне, если чё, этот... Ревнат. Да? Смотрите, когда добьете шамана, блядь, в каст огненный сполох, все милики от каратрес отбегают. Сейчас 4 бича не отбежала, нахуй. Вадикон, иннер по войд. Я по бидону. Я по... Нет, не отдам. Войду закину. Может на Катрисию резнуть, это БР? Да. Я резал холи дрин. Друид инвалид резал Катрисию. Друид инвалид резал меня. Все, ясно, нахуй. По хую, бьем так, нахуй. Бейте, играйте, блядь. Посмотрим. Гимна ману отдал. А то на боссе не знают люди, что такое, блядь, звезда, нахуй. Сейчас хоть узнают. Я буду пробовать сложным, типа, бить карика. Или третий хэпал тут нужен вместо призана, нахуй. Дубая Вилания, блядь. Он бы удержал танка. Шаману потяжелее это делать. Да здесь проблема сейчас, что шамана сорвали. Я забрал после бабы, как ее убили, держал спокойно. Кто-то увел с танка. Вилаша забрала зачем? Вилаша забрала. Надо было стаунтить обратно к себе и все. Ну так я бежал, забирал. Я просто не понял, как Холидринк умер. Ты как умер, на каком моменте, нахуй? Что это было, блядь? Ну просто не прохил. А шаман побежал на рейд, да? Шаман да, побежал да. За Аишей. Она затаунтила его. Я ей сказал стаунтить, да. Потому что, ну, блядь. А я на пул в это время в гамазека отдал, блядь. Ладно. Все, здесь надо было гамазеку. Добиваем эту... Флот убили! Добиваем эту хуйню и идем на босса, бить босса. Босса, ставь центр. Никого не роняю, всех на фулл. Оставьте один БР на всякий. Я попробую подложным побить. У нас 3 минуты. Это хватит, это блядь. Это хватит за глаза, блядь. Смотрите. Да, там хуйня. Смотрите, будет каз звезды, нахуй. Тотем захиливается легко. Каз звезды, милики, готовьтесь отбегать. На максимальном рейдже стойте, сука. Кто босс идет? У него маленький фрейм. Каз 5 секунд, смотрите. 3. Побежали. А как оббежать-то, блядь? Он нас застанил? Ну никак, это есть такое, бывает. Ну под это массейв какой-то надо будет. Ну там, блядь, 50 тысяч урона, я хуй знает, спасет, нет? Так, нет. 10 секунд. Заранее, значит, отбегайте. Заранее отбегайте. Уже сейчас отбегите, потому что если заморозку даст. Ебать.
стан конченый. Так, там перед так каждым перед этой штукой дает. Все, бейте, блядь, пизду, побьем до берсы, заебали. Сейчас мы лучше сыграем, нахуй. Вот, уже надо отбегать. Отбегайте, нахуй, заранее. Отошли, вот, блядь. Сейчас будет каст. Вот, отбежали, блядь. А, нет. Переснись меня, если есть бы. Нету. Нету, там что угодно. Все, вот эту хуйню эвейдить стопудово миликами, не так, как она сейчас по 4 тела. А, его можно кикнуть? Кого кикнуть? Каст, нет? Нет. Нет. Все, ебать, жмем просто 2 минуты, блядь. Бежали. Просто жмите, да. Может быть, даже добьем. Типа, мы должны успевать. Факту. Минута 40. Силы подбивайте, там что-нибудь кастуйте, хуй знает. Нормально. Да вы сможете его убить? Можем. Нет. Было бы еще... За минуту 40 секунд, ой, 40% только сняли. Вот. Нормально. Полторы минуты у вас есть. И 3. Минута 27. Он сказал полторы минуты. А, ну полторы. У нас БР есть? Минута 20. Нет. Кажется, убиваемо. Да, убиваемо. Так, не флудите. Ок, шеф. Я вот подвис сейчас. Нихуёво, когда висит. Хуёво, когда подвис. Ну, смотрите, каст сейчас будет. Сука, эти стрелы сбивают каст. Друид инвалид, иннер по войд. Вадикон иннер по вархи. Тридцать секунд пресса. Они в биксу уперлись. Да, да, просто вот эти вот милики, ну, я ничего типа не хочу сказать, но пожалуйста, блядь, запомните вот эта вот звезда, лучше заранее за 10 секунд отойдите, постойте, ну, блядь. Я типа вообще первый раз эту херню. Ну, убил. Вот я поперу, блядь, босс с пула эту обилку дает, нахуй. Не, имею в виду, что стан и солнце. Про стан вот я не знал. Все, это, ну, стан это он у бабы забирает. Типа, пока баба живая, у него нет этого стана. Он у бабы. Он у бабы замирает. Ну, там причем и в разное время его дают. Но фишка в том, что вот как умер моб, тогда он забирает. И уже идет Орхильти! Какой орхильти? Да хули там вокруг все умирают, какая разница, тотем убивает. Я крестом встану, мастрез дам, не покинутись ему. А у меня есть камень души, забей. Так, падайте, сейчас нормально сделаем. Как мы делали, как я говорил, да? Два хпала в кружке, нахуй, вот, блядь, так и будем, нахуй. И вы не путайте стрим. Тут можно. Главное, чтобы грамотно развели, потому что время дохуя проебали. И стой. Друид я-то инвалид. Стоял, бил шамана первоначально. Нахуй мне босса-то бить, я чё ебанутый, типа. Друид инвалид. На будущее. Челики еще милики не отбежали там. Вы сказать дадите, блять, ебаный в рот. Говори, шеф. Друид инвалид. На будущее. Если я сказал, ресает Вадикон. Значит, ресает Вадикон. Вы два БРа сдали впустую. Это вообще пиздец, кринж, нахуй. Вернее, не впустую, я-то встал, но один БР в проебе. Костя, есть сопрот? Ну, это и есть впустую, есть. Блядь. О, это есть, но впустую. Кому сейчас выгоднее дать этот камень, нахуй, нарез локовский? На нем КД, нахуй. У меня есть еще крест есть. Ну, типа. Медарк тут? Медарк тут? Сатин живца. Давай, блять, рейд к Трисе там уходит, нахуй. Это минус БР, блять. Сколько мы? 4 босса, да, убили? Чука, давай штрафить, пойдем. Сейчас вот этого пидора убьем и пойдем, нахуй. Вот прям сразу, блять. Только надо его разъебать, нахуй. Че, нереально, блять. Че это? Ну все, ему пизда, нахуй. Вайша, она легкая. На хоть... Ну да, легче. Вайши легкая вообще прям. Там, блядь, каждый свой. Ничего вот, сложного. Так же, как и здесь, каждый свою роль должен четко понимать. Должен четко. Что, серьезно? Ты ерил, нет? Если у нас вреди бичи, видишь. Что, серьезно? Все, смотрите. Нихуя звезда шотает, блядь.
Пацаны, это... блядь, тихо, хватит, хватит. Кстати, под ложным я выживал. Ну там, если был бы еще щиток и какой-то массейв, то вообще бы хорошо прям захилилось нормально. Ньюс. Да. Тогда, Слав, можешь скидать этих миликов к миликам, а то быть меня все перепуталось, я не вижу. Хорошо, блядь, заебал нахуй. Давай сам это сделаю. У нас хукмастер вылетел. Я уже... Все, чтобы у меня Зандалар и Эридар в пати был, блядь. Ну, в этой, во второй, посмотри, есть Зандалар, он не даже... В первую закинь вместо хукмастера. О, там блины, тихо. Бавка кто дает, я забыл. Хукмастер, что ты похилишь, нахуй? Что ты там? Он дисконт. Он сам, что Зандалар. Он на паладах. А, блядь. Может, зайдешь, похилишь хипалом, нахуй? Или все, или призом ты захилишь? Как ты сдох-то, ёбаный в рот, нахуй? Эридара в пати закиньте во вторую. Хранитель глубин. Шаркис, Волнис, вот Волнис. Ну как он тебя разбил? Пасифея закиньте во вторую. Ревностный, блядь. Это Пасифея вторую, блин. Пасифея же вроде... А, ну ну или Святоса, блядь, Святоса закиньте да, во вторую. Да, да, Эсиста Седжу. Слава. Как он тебя разъебал, нахуй? Ты хоть смотри там, я хуй знает. Кидай эту. А как я... Пятился назад, сдаю каплю в этого в призона, блядь, и меня тупо сложило. Ясно, нахуй. Все, не сдавай каплю в призона, в пизду, нахуй. Если сдаешь, то так только с полтинником на себя. С полтинником на себя нормально будет. Он должен прохилить. Все, это самое. Притон отходит. Опять что ли? Ну? Да он био отошел. Ну, пусть он до этого на 5 минут отходил. Нахуй задолбим его уже. Святоса